Любопытно, что вот этот молодой человек в очень симпатичном, не знаю, пол, это свитер называется, как только Наташа... Да, это, я про вас сейчас говорю. Да. На Ника Кейва похоже, да? Я женат. Да. И это странно, Наташа. Как только Наташа заговорила про роды, про то, что он боится рожать, он встал и вышел из зала. Это насколько нужно быть не готовым к ответственности, чтобы незнакомый человек заговорил об этом? Это мочевой пузырь. Природа. Мочевой пузырь? Нет, это не мочевой пузырь, это Наталья Корчмарик. На сцене. Она еще... Пошел поговорить со своим мочевым пузырем. Вот этот номер Наташи, когда вот она болтает своей смешной части тела, я вижу его уже много-много раз. И несмотря на то, что Наташа записалась в фитнес-клуб, он все смешнее и смешнее с каждым разом. Амплитуднее все, Наташа. Мне кажется, ты взяла тренера не для того, чтобы он тебя тренировал, а просто чтобы унижать качка. Просто ради этого. Наталья Корчмарик, я надеюсь, что она к нам еще вернется, потому что она сделала небольшой тизер, да, во 2 марте она будет трогать свою грудь. Я поведаю, может быть, не все знают, но все ребята, которые выходят сегодня на сцену, они учатся стендапу, вот, делают первые шаги. Наташа пришла когда в наш клуб, я говорю: «Наташа, ну ты где-то уже выступала, что-то умеешь?» Говорит: «Я умею трогать свою грудь». Я говорю: «Ну это неплохо для начала, ну ты будешь есть хлеб Димы Абрамова, понимаешь, раньше он это делал».